Ты хотел сложность еще выше? Максимальную сложность, естественно. В чем понт иначе? Сейчас поменяю. Подождите. Что значит средненькую? С вами повелитель рогаликов. Все, мы всех поимеем. Но это не точно. Значит, Игорь, смотри, здесь выбор класса. Точнее, персонажа. Неопытным игрокам не рекомендуется путешествовать в одиночку. Как хорошо, что я мастер рогаликов. Так, сейчас, мне нужен... Вадик, ты будешь хантером? О, министрель, идеально. Нет. Да. Я буду топовым. Сейчас мы тут сделаем. Так. Почему я женщина? Господи, эти усики. Вот, а хули да. У тебя крылья? Купил. Где цвет кожи? Настоящий министрель должен быть... А почему? О, вот. Вот это уже больше похоже на настоящего министреля. Ты купил крылья? А, я понял. Так, назад, я готов. Жмите готово, кто будет готов. Почему снег раззеленый парад? Какой Валентин? Лучник. С крылышками. Короче, нам надо отправиться в этот город и искать чувака. Подождите, вы что, не играли в Skyrim? Вы серьезно будете проходить главный квест? Нет. Отлично, значит, мы туда не идем. Не, подожди, ну тут же суть в том, что чем больше ты тянешь с главным квестом, тем хуже тебе становится. Именно, зато ты будешь зато интереснее будет его проходить. Короче, есть сражение, есть засада, есть отступить. Проще пытаться прокнуть засаду, тогда меньше врагов будет. Так мы и так 3-1, алё. Да? Ну ладно. А чё я хожу? Что за... Не, вот ты первый ходишь. Первый отгребает. Там, короче, видишь параметр скорость 78. Это, короче, как ты часто, ну, как быстро будешь ходить. Не, ну, как? Почему он бьет негра? В 2020-м это незаконно. Так, что я могу сделать? Короче, вам выбор скиллов у тебя два. Скиллы меняются от пушки, насколько я знаю. Так... Есть обычная плюха и АОЕ, по идее, в начале у тебя. О, я нашел идеальный навык, который, короче, у нас будет просто тащить. Профессионал. А сейчас ты еще лут не получишь, подожди. Да, что? Подождите, мы не можем ее бить, она же тоже черная. Так. И забудьте о том, что я только что сказал. Убить ее. Сейчас мы им навалим. Ну, есть мнение, что ему нельзя давать организовывать засады. Где-то лучше всего в лаг. Так, а смысл нажимать вообще засаду на лагере? На лагере нельзя устроить засаду. Да? Ну ладно. Мне только что 16 урона дали. Фаталити. А как я так сделал сейчас? А, ты типа пассивно можешь поддерживать. Или портить удары врагам. Пока, пацаны. Крушить. Не бери министраэля, не бери министраэля. Один урона. Пока. Хау крушить. Да у него аж подгорело. Пошли вы. Я могу потратить жизнь, чтобы оживить павшего члена группы. Да! Не обязательно, он после боя сам поднимется. Можно в городе? Поднимется. Разве? Ну и сам пусть поднимается.
стоп, а это значит, Фетель не будет учиться. Подожди, подожди, это значит, Фетель не будет лутаться, пока он идет. Лайфхак. Я твою чернокожую морду сейчас расквашу. Не, нахуй, тут слутали по 9 опыта. Так, а это тебе. Нифига себе. Да, Игорь, это тебе. Экипируй. То есть ты теперь не будешь бардистом, а это надо мне. Кто-нибудь возьмите и отдайте потом. А я вот не уверен. Мне вроде подходит. Да у тебя так 6 хп регена. Ладно, бери, бери. Да, тебе тоже подходит, я знаю. А если их передать потом, если что, смогу? Да. Да. Даже бухло у меня заберете. Вы теперь пиздуйте в город. Падлу было резать Виталик. Ну, Виталик упал вместе с Хаосом. Значит ли это, что мы можем убивать Виталика, чтобы убить Хаос? Но это звучит как план на самом деле. А чё не гоблина? Ну, потому что мы просто две атаки не убили. Поэтому я решил... Ну вот по этой причине. Справедливо. Жили-куб надо было вынести, она сейчас отравит нахрен. Ладно, я голосую за куб. Не, уже можно гоб. Ну ты бей гоблина, я попробую добить куб. По-моему, у нас какой-то поломанный бард. Каждый раз, когда он кого-то ободряет, все происходит плохо. Ну давай, давай, барда во всем вини, криворукий. Он, кстати, даже через дармор нормально пробивает, я смотрю. Бля. Конечно, бард во всем виноват. А чё только ему опыт дали, мы ему помогали, между прочим. Стояли и смотрели, как я дверь открываю. Мы не мешали. Начнем с этого. Жрица Хаоса похожа на кого-то. Дэкукулсклан. Вот я тоже хотел на эту тему пошутить. Эй! Смотри, черных бьет в первую очередь. Прощай, негр. Простите, афроамериканец. Да почему я? Ты сказал слово на Н. Только нигер имеет право называть нигера нигером. Ну изи же. А да. Тут я даже. Ну как изи? Ты чуть не отъехал. Тут все чуть не отъехали. О, козырный. Чё-чё? Ну смотри, какая козырная шляпка. Боже, вы теперь два таких аутиста. Вы заметили, что при параметре доля я получил больше всех на одну монетку? О, эти грёбаные белые.
Shut up, nigga. Я считаю это расизм. Какого хера белый получает за ту же самую работу больше денег? Я не знаю. Я все еще ищу кнопку, как проклятие. На него напасть. Мы просто можем удрать из боя одновременно. Ах ты дерзкий труп. Хороший ход. Не, разбить это, по-моему... Короче, давай. Сейчас. Да. Там написано, оружие сломается при критической неудаче. То есть, короче, если на вас какие-то штрафы, то лучше либо пасовать ход, либо, я не знаю... Ну, то есть, типа, один раз не прокнул, и он сломался. Сейчас, я справлюсь. Я опытный. Игорь, беги к этой будке, к лагерю. Сейчас мы им вшатаем. Что? Пацаны, дайте оружие. Халява кончилась. Я ачивку за тебя дали. Интересно, фатальная ошибка. Это речь идет о том, что мы взяли Ветали в пати. Да, именно об этом. Охуенно. Фатальная ошибка. Сегодня просто не твой день. И резни меня. Сейчас резну. Да после боя резним его. Нефиг с ним еще лутом делиться. Бесполезный кусок говна. Нет, так нет. Ну, не могу понять, что мне понижает интеллект и скорость. Это скорость тапки понижает интеллект. Броня. Ну да, броня минус 3 интеллекта. Почему у тебя такой красивый шрифт? Еще никнейм твоего персонажа понижает. И все. Сними с себя наконец проклятие. Да мне и так норм. Мне нафиг не нужна ни удача, ни талант, понимаешь? Почему? Ну а зачем они? Ну, удача на что-то влияет. Ну, на всякие роллы рандомной фигни, которую... Я снова тут. Которую вы спокойно куда можете брать. А я могу это просто все эти ивенты пропускать мимо. Мне проклятие вообще не мешает. К склепу леча, Игорь. В сырой причал? Неплохо. Склеп леча. Склеп Ильича, Игорь, ну блин, ты должен знать. И самое прикольное, что он же существует. Это очень важно, очень важный вопрос. Мага. Хотите шутку про Лича? Да, ну давай. Что появляется, когда Лич размножается? Паралич? Личинка. Да. Так, хиляй, наверное. Да, поверхи вот это не будет. Ввали да его в ответ. Можно. Фокуси его. Молодца. Просто нахер его в угол закинул, как мусор какой-то. Я старался. Все, теперь дело за малым. Их убьет Игорь.
Ну или нет. Шо творит, шо творит, вы видели? А где мой ход вообще? Зачем тебе ход? Вот лучше удар держи. То неловко, когда он больше урона наносит в чужой ход, чем в свой. Ну так пощечина, так ручкой, так шмяк. И это все? И это все? О, работа для мозга. Как раз для меня. Шутка. Кто-нибудь придите сюда. У тебя IQ 37. У тебя 49. Так даже совпало, что и у персонажа интеллект столько же. Эти то неловкое чувство, когда я на полном серьезе могу похвастаться IQ 73. Это, наверное, многое говорит о том, с кем я общаюсь. Давай, я в тебя верю. А как фокус сюда вложить? Никак. Говно. Лох. 10. Просто 2. 10 из 10. 2. Да пошли. Я просто... 2. 5%. 2. Убегай. Вуп-вуп-вуп. Бля. Они с тебя ржут, это нормально, да? О, он еще остался. Дубль 2. Дубль 2. Изи. Много ходовочка. Ой, в смысле минус сапоги? Это что такое? А сапоги где, алё? Короче, ответный выпад, что я кастанул на себя вот это золотое, это ответный выпад. То есть, если бы меня били, я бы отражал уроны. Что? Баш порвал. Так. Убить. Верните мне мою бушбородку. А знаешь, самое печальное? В конце боя вернется. Да, после боя получишь. Какой после боя? Фух. Да, в смысле? Он же ж не на меня прыгал. Изи. Изи. Бушбородку. Моё. А это на Влада, кстати. Владислав, что вы думаете об этом гарпуне? Шляпа какая-то, ну давай. Кажи шляпа и удив. Вот так вот. Да, давай. Спасибо, братишка, помог. А сейчас прикинь, 29 урона и все, что выяснится, что я помог. Ну так-то понятно, так-то все смогут. И... Ух ты, какая вещь. А неплохо. Кто-то претендует? Нет. Нет. О! Хера мне! Себе. Мне! А это вообще что такое? Это скиллы второго уровня, они сильнее бьют. Такой типа проб. нормальные люди. Опа, это магическая сфера. Мы будем с помощью нее сотворять заклинания. И тут такой мерзкий с интеллектом 37. Кидать шарик. Игорь, это то, что у тебя...
типичный варвар в пати. Тоже на тебя, и плюс иммун под проклятием. Вообще огонь. Короче, понятно, я респехнулся в магах. Колдун умрет, головорез нет. Это должно было быть оглушение. Мне кажется, я только что победил коронавирус. Ничего надо сделать в там подвале. Так, тут можно войти только одному. Я очкую. Подожди. Игорь, лутай статую. Иди в подвал. Ха! Шутка. Диверсия. Что он делает? Подвал. Я не хочу в подвал один заходить, я тоже очкую. Я единственный без алтаря. Хорошо. Пусти меня. Мерзкий. Слабаки. Ой, поговори мне тут с реслкой со своей. О, все, я ставлю на куб. Он еще кислотный. Виталий, ты знаешь, что делает кислотное желе? Оно разъедает доспехи. Сука.